Нижний Новгород, набережная. Ну вот тут конкретно уже близко подошел к тому месту, которое вот где происходит слияние двух больших рек. Вот слева под мостом получается это Ока, Ока, да, пишется. И вот там, где вот этот зеленый кораблик, теплоход, он как называется, баркас, вот там Волга, где островки вот эти. И вот то место вот называется Стрелка. Стрелка, потому что, ну, от слова стрела, от слова вот острие стрелы, там получается встречаются две реки. Ну, отсюда, наверное, произошел этот термин Стрелка. Ну, вот это когда встречались криминальные авторитеты, ну, потом все. Речь стрелканемся и прочего все дела. Стрелка есть. Нижегородская стрелка. Ну вот Нижний Новгород стоит на слиянии двух рек. Набережная хорошо так сделанная. Приятно так. Глаз радует. Старинный. Зеленый баркас вот идет на Оку, а с Оки вот баржа выплывает из-под моста. И речной вокзал теперь уже слева от меня. Там холмы. Вообще-то местность гористая. Такие виды. Да, осень вступает в свои права, и листья желтеют, зелень пока еще сохраняется. Ну, вот баржа такая вся ржавая, ну, вот ее толкает какое-то судно. Может быть, тоже баркас называется. Ну, я не силен в этой терминологии речных судов, поэтому могу ошибаться, и ну, можно меня поправлять, да, в этом. Потому что реально не знаю. Ворона низко летит над. Может быть, надеется поймать рыбку. Да, еще две вороны летят низко. Хогин и Мумин. Дубнянский 57 написано. А этот зеленый развернулся и пошел вот за Дубнянским. Бакин там красный.
Зеленый он поменьше, чем Дубнянский 57. Дубнянский 57 намного больше. Этот пошел рядом. А, даже поздоровался там. Здоровается. Ну, хорошо так. Чтоб поздороваться, вот даже да. А, даже что-то передал. Прям на ходу перекидывают какие-то светлые тюки. Интересно так. Продолжает кипеть жизнь вовсю, транспорт ходит. Да, что-то там перекидали, и этот зеленое судно ускорило свое движение. Там вот такое вот сооружение за церковью, это, скорее всего, стадион.